Вик Милс, который в то время работал на компанию Procter & Gamble, придумал проект подгузника для своего внука. Первые подгузники представляли собой целлофановые трусики с одноразовой прокладкой, набитой деревянной стружкой. Однако она пропускала жидкость. Потом решение было найдено. Полиакрилат натрия – полимер, способный поглощать жидкость в сотни раз, превышающий его объем и, самое главное, удерживать ее. Одноразовый подгузник – такой удобный и необходимый. Однако его технологичность стала причиной его нереальной долговечности. Срок жизни использованного подгузника гораздо дольше срока жизни человека и даже галапагосской черепахи. Зная о таком побочном эффекте, можно ли считать, что подгузник – это прогресс?